Сегодня хотел бы сделать краткий небольшой такой обзор на силиконовые такие вот крышки из Китая. Ну вот посредством вот этой штучки мы ее будем снимать с банки. Вот это вот подойдет для такой вот майонезной банки советской на 200 миллилитров. Но, честно говоря, я от них ожидал, от этих крышек, то, что они будут более эластичные, что ли. Я не знаю, я видел когда-то в Икее, вот, в Китае, мне они обошлись где-то порядком 5 или 4 долларов. Вот, но как-то я ждал от них больше тянучести. Вот, но, в принципе, область их применения, вот если у вас есть такая вот чашечка, можете на вот эту чашечку ее, допустим, приготовили салат, добавили салат, накрыли салат, вот, и в холодильнике, может, она так сильно пахнуть не будет. Ну, либо, если у вас вдруг не оказалось крышки на такую вот банку, можете закрыть, правда, что прилегает она плохо, вот, и поэтому как-то вот так вот. Если будете заказывать в Китае, теперь вы будете знать, как оно выглядит. Вот. У кого-то я видел на фотографиях, в комментариях, они рвались. Приходили рваные уже, поскольку он вот таким вот образом в склеенном состоянии они лежат. Вот они приклеиваются друг от друга, потом отдираются. Вот. Но при заказе этих силиконовых крышек советую вам сильно много ничего от них не ожидать. Вот. Всем спасибо за просмотр.